Всем привет, ребята! С вами FoxPlay, я приветствую вас на своем YouTube-канале, а также в таком замечательном сервере под названием RevermineMine. Сегодня я вам покажу, как зайти на этот сервер с помощью телефона, как поиграть на нем и так далее. Лайк, подписка, колокольчик, ну а мы погнали! Дальше, что нам нужно сделать? Нажимаем «Играть», заходим в серверы, опускаемся в самый низ и добавляем сервер. Адрес сервера вводим java.connect.tk, порт оставляем таким же, как есть, и мы выбираем, что хотим, java 3. Вот, Java 3, сохраняем. Этот сервер уже добавлен, но я не буду его добавлять, потому что вот, это тот же самый сервер. Мы заходим в него, присоединяемся к серверу. Дальше нам высвечится вот такая вот окошко, идем вниз, нажимаем «Отправить». Заходим в «Custom Servers», «Edit Servers», добавляем новый сервер, ADD сервер, и вводим IP-шник нашего сервера RevermineMine, да, который вы сможете сами найти. Потом выключаем онлайн-мод, нажимаем «Отправить», и у нас добавился сервер. Нажимаем на «Back», и вот наш сервер, последний самый. Заходим в него, и мы уже оказываемся на спавне. Ну, это не спавн, конечно. Вот, вы появитесь где-то вот здесь вот примерно. Я появился, например, вот здесь, вот на этой лестнице я появился. Это у нас потрясающий просто спавн, красивый, мне нравится. Он странноватый, я не понимаю, в каком стиле он построен, но это выглядит красиво, да. А зайти с телефоном, так мы и зашли, а как авторизоваться на этом сервере и так далее, вы сможете найти подробную информацию в закрепленном комменте. Это я не буду рассказывать, потому что да. Ну а с вами был FoxPlay, всем удачи и всем пока-пока. Не болейте, друзья.